I'm listening, man. Wonder again. Stay out of trouble. Howdy ho. Sup. See you around. Howdy. Hello! Сталкер у другого спрашивает, а знаешь, какая машина самая сталкерская? Это отвечает тот, какая? Запорожец? Почему? Да все просто. Надежная такая. И багажник теперь за ковром удобно присматривать. Эй, бро. Сейчас я вам выдам. Дерьмо, да? Деньги тут подходят.
Attention! Attention! Enemy mission is approaching. Find cover immediately! Hello! Howdy. I'm listening. Hello. Yes, you have my undivided attention. Patch you up.
facility. Stalker, could you come over There's here? There's nothing but mutants around here. The first thing we need to do is work out where the hell we are. And where do we go? We need to find people. What are you doing here? Go back to where you came from while you still got legs. Hey, what are you doing here? Go back to where you came from while you still got legs. What are you doing here? Go back to where you came from while you still got legs. For saving me.
I'm all ears, buddy. Thanks for saving me. Is that change I still hear jingling in your pockets? I'll meet you by the old train station. Is it? Hey, bro. Горизонте. Вот и ладушки, вот и хорошо. Вот такое знает кто? Один сталкер говорит другому. А я с собой в поход всегда фотографию тещи беру. Зачем? Ну как же? Холод, грязище, аномалии, мутанты. А я гляжу на карточку и думаю, господи, хорошо-то. Ничего так, да? Howdy. А ну рассказывай, сколько людей в вашем штурмовом отряде? Сколько там надо? Пошли вы потом! Hey there! Later. Well, I'm listening, man. Come on in, man. Так, как вы с рукой,
Take care. Даже и на третьей. Howdy ho. Вот, слушайте. Сидят двое чуваков. Уже курнули, им захорошело, все дела. Один у другого спрашивает. Слушай, чувак, ты не знаешь, который сейчас час? Знаю. Спасибо, чувак. Ну, ты даешь. На пороге старой сторожки сидит кровосос. Эй, бро. Пап, покажи сталкера. Пап, ну покажи сталкера. Тот нашел сторожку, выходит. I'm listening. По черепу. И начинает, как в кукольном театре. Левый череп так тонко. Семен, слушай, как думаешь, тут кровососы есть? Правый так басом. Ну ты даешь. Какие тут нафиг кровососы? Вот такое, знаешь кто? Один сталкер говорит другому. А я с тобой в поход всегда фотографию тещи беру. Зачем? Ну как же? Холод, кредит, аномалии, мутанты. А я гляжу на нас и думаю... Come on over, bro! Хорошо так. Вспомнил вот. Один сталкер у другого спрашивает, а знаешь, какая машина самая сталкерская? See you. Я отвечаю, вот какая. Спорожец. Почему? Да все просто. Надежная как там. И багажник спереди. За хабаром удобно присматривать. Соп! See you around! А вот анекдот. Сидят два сталкера в баре. Выпили уже хорошенько и обсуждают всех вокруг. Самые ленивые — это военные. Сталкеров на самом кордоне грабят. Отобрал хабар и тут же через 100 метров продал Сидоровичу. Нет, ты не прав. Самые ленивые — это торговцы. Я вот знаю одного. Так он специально пораньше встает, чтобы подольше ни хрена не делать. Ничего. Нормалек, разберемся. Не зря же я тут вон сколько не покачу. Эй, Stalker, how are you? Well, good luck to you. Да за счастье! Но только генералом. Шульгас его, конечно, отдевает. Помолчал, собрал мозги в кучу и как зарет. Ты что, идиот? Сталкер подумал. Слышь, дядька, а это что, обязательное условие, да? А вот анекдот. Ты даешь! Я с ними по-хорошему. Ни с армией, ни с долгом. Не хотят они по-хорошему. Они нас убивают, и мы их убивать будем, чтоб дошло. Well? I'm listening, man. Hey, man. Good luck. Yeah.
Start talking, buddy. I'm all ears, buddy. Thank you.
think you're hard or something? Holster that shooter. Thank you.
Yeah.